Жители города Видное уже привыкли к тому, что на площади у кинотеатра «Искра» регулярно проводятся ярмарки по продаже товаров народного потребления. Очередная возможность приобрести качественные продукты питания, вещи и домашнюю утварь появится буквально на следующей неделе. С 27 июля по 2 августа ярмарка ждет гостей. Спасибо, еще приходите. До свидания. В этот раз продавцы побалуют видновчан большим ассортиментом разнообразных фермерских продуктов, качественной одежды от российских производителей, широким выбором деревянных игрушек, изделий изо льна и головных уборов. Цены, как всегда, ниже рыночных. Очень симпатичный продавец, очень вежливый. И все хорошее, главное, натуральное. Вот. Спасибо им. На ярмарке свои товары представят предприниматели из Ленинского городского округа и других муниципалитетов ближайшего Подмосковья. Проработает она неделю. Ежедневно с 10 утра до 7 часов вечера можно посетить ярмарку и приобрести необходимые товары. Не упустите возможность купить качественные продукты и вещи по выгодным ценам.